Подарок для водителей. Дорогу Новый Уренгой-Пуровск ожидает преображение. В этом году на ее ремонт выделено 30 миллионов рублей. За эти средства заменят 250 плит, выполнят ямочный ремонт и заасфальтируют 4300 квадратных метров трассы. Мария Федорчук продолжит тему. Более 100 километров по ухабам и ямам. Дорога, которая связала Новый Уренгой с большой землей, с годами активной эксплуатации лучше не становится. Плиты проседают, швы проваливаются, куски арматуры угрожающе торчат, пророча невнимательному водителю большие проблемы. Дорога ужасная, перепады плит большие, по 20-30 сантиметров, да. Ломаются рессоры, большинство, рессоры, колеса. Плохая дорога, очень. Да, плиты, туда как едешь в сторону земли еще более-менее, обратно сильно они опущены. Бывает на обгон, как идешь, хорошо, можно и диски повредить, и все. Впрочем, сезонные ремонты ведутся с завидной регулярностью. В этом году на отпущенные 30 миллионов рублей «Ямал-Автодор», главный подрядчик этого участка автодороги, снова выполнит запланированный объем работ. Замена новой плиты 250 штук. Это на участке Карачаево-Пуровск. И асфальтирование, ямочный ремонт, асфальтирование брусадок 4300 квадратов. Проливка швов 2 километра, скажем так. Из названных объемов 240 плит уже переложены. Ямочный ремонт на дороге начнется после 15 июля и продлится около месяца. Понятно, что это вмешательство дорожников не приведет к радикальной смене ситуации с качеством дороги от Пуровска до Карачаева, но устранит проблемы в самых сложных местах. В целом же, по скромным подсчетам дорожников, замены требуют около 800 плит. В прошлом году их было переложено более 360. На обновление всего и сразу требуются более крупные вложения. Давайте объемы работ, мы их выполним. А если их нету, так. Ямочного ремонта ожидают две улицы района Карачаева – Шоссейная и Емсовейская, относящиеся к зоне обслуживания Ямал-Автодора. С началом третьей декады июля тоже будут отремонтированы. Мария Федорчук, Татьяна Стафеева, Гарник Маргарян. Служба новостей «Импульс» при поддержке телестудии «Контраст».